Еще свиньи. Вообще навка. Мне еще минутку бы сейчас. Конка, я тебе ВК скину, почему? Окей. У меня бутылочку кто-то выказывает поиграть. У меня зомби-ферма. Это явно не я. Что, на бутылочку хочешь, Конка? Да я так я с ней не слезал, ой. Ага. Не делится бутылками с двумя. А как ты пердишь? Как пердишь? Так пока... Бутылка не заполнится и не взорвется. Так он пердит и обратно заходит. Вы знали, что человек даже если не покушает, у него будут кал кишечники? Это тебя так проверяли, что ли? Да я интересный факт рассказываю. Еще раз ручу на ФК. Что, все тут? Фулл маф. Теперь ручу на пулл маф. Все готовы, отлично, что отдаю, исходный. 3, 2, 1. Как-то близко поставим. Беба, ты как-то стоишь вообще максимально кринжово нахуй. Я даже шелдой, вот. Для тебя просто даже шип, если кинет, нахуй никто не достанет. И придется выходить в время. Ой, блядь. Шаг назад сделай, да и все. Влевее, блядь. БР быстрее, БР быстрее, дай. Ай, нахуй ты. Господи, блядь. Иисусе, сука, помоги, нахуй, блядь. Мага сбейте. Спаси, сохрани, нахуй. Мага сбейте или вайп? Уже вайп. Подойти, нахуй. А что, два человека лежит? Вы головой своей тупорылой начнете думать или нет, нахуй? Объясните мне, пожалуйста, нахуй. Постой-ка тут. Кости для жертвоприношений. В чем сейчас косяк был, я что-то не понял. Вихрь костей 20 тысяч. Так, 9. Конка я скинула. Кунка. И ребята на танках, вы можете, блядь, чуть-чуть больше, дальше босса нахуй ставить, а не вот этой вот хуйней заниматься. У нас Беба не понимает, что, блядь, нужно отойти вот сюда вот. Не наоборот, нахуй, он туда в конец, блядь, а ближе к стене, нахуй. Он наоборот отходит от рейда максимально далеко, чтобы его не доставали шип сбить.
Когда вы вот так в босса ставите, мы стоим изначально просто в кресте. И у нас маги отходят не вон туда, вот в сторону квадрата, нахуй, а вон туда, в ебеня, нахуй, в трусы. Господа на танках, можете чуть дальше его ловить, а не в рамбе? Чтоб он именно в рамбе стоял, а не, блять, в кресте, нахуй. Он находилась его жопа. И че на полумах? Давайте подождем, пока пафы кашут. Ничего не знаю. Поехали. Мага сбейте. Справа шип быстрее. В чем проблема? Долго сбивали его? Наконец-то. Во фрейм. Левее чуть. Ну выйдите с... Сука, вот тут и, блядь. Подойти. Может, ты сам повыносишь? Еще 5 пулов, нахуй, урон, нахуй. В пизду, нахуй, ублюдки. Ебалая в рот, нахуй, сидите вайпаться, нахуй. Из этой хуйни, нахуй. Поменялся чуть состав, все, нахуй. Все пошло через жопу. И обижаются еще некоторые люди, на. А чё сейчас... Да я тебе объясню, что. Вот я уже сказал 5 раз Кринж-Кингу, нахуй, он только обижается, нахуй. Он видишь, куда становится? Он становится напротив танков, нахуй, с той стороны. Он так... не понимает, что нужно от жопы стоять. Пускай идет под ебал... Как это называется? Под жопу. Еще и обижается, нахуй. Да ебал я в рот, нахуй. Ты еще левать рейда будешь. Иди ты нахуй тогда, блять. Да, ну, допустим, да, это самое, сейчас другого поставят. А вопрос, что с этой лужи прям нереально выбежать? Ну, типа, я не понимаю, там, блядь, 2 тика вы ловите, хуй с ним, вас захилят. Но вы ловите 3-й тик, который вас убивает. Попросил по-нормальному, блядь, ну, поставил даже метку, нахуй, квадрат, блядь. Все равно уходит в ту сторону и обижается еще на меня, нахуй. Пиздец, блядь. Еще и ливает, нахуй. Ебать за скоки, нахуй. Не все критику воспринимают, хули. Адекватно.
танков, значит. Проблема в том, что мне хуёво носить. Ну типа, ну ты вот лучше всего выносишь, получается. Сейчас опять вот кого-то учить, это еще 5-7 траев. Пока он поймет, пока то да сё. Бля, Рид, спроси там у Блэкича на этом, блядь, на стриме, может он там, блядь, уже скачал Вовку? Не, нихуя, он говорит, сижу, попиваю, заебался, говорит, долго качаться, пиздец. Блядь, хуёво. Дайте шкаф, блядь. Я тоже в ахуе, нахуй. Дружбы, дружбы, нахуй. Но вот это вот пиздец, нахуй. Ну, типа, 5 раз сказал человеку, нахуй. Он все равно отходит туда, нахуй, к стене. В итоге, блядь, он стоит вот тут вот, нахуй. Вот где я сейчас. И танки стоят напротив, можно сказать, его. Парень стоит дальше. Куда лужа идет, вопрос. Как думаете? Она его вообще не считает. Кидается шип на соседа, нахуй. Лужа сразу идет в рейд. Поставил метку, блядь, квадрат, нахуй. Если босс стоит близко, нахуй, и люди стоят в кресте. Специально для того, чтобы отходить из стены, нахуй. 5 раз повторил. Сначала нормально, потом сгорел уже просто. Верщики на полбан. Очкодные. Они чело, держи МК. Бланк на ту сторону. Уже пускай там стоит. Мага, мага, сбейте. Постойка тут, гости, для жертвоприношений. Сгинь в вечных муках.
Привет тебе. Прощай. Луба быстрее, на рыбу кушать. Пять минут фласки, масло. Перемажьте. Арчина полна. Ну чё, да? Исходный стан. Два, один. Шип сзади. Шип сзади. Просто все лужи сильно. Отошли дальше, отошли дальше в песчинку. Обратно. Когда босс стоял, шибко вставал, отойти потом обратно. Ну боже, ну неужели вы этого не понимаете? Ну сколько вам, блять, пулов сделать? Или вы тупо, блять, смотрите нахуй, что вы дамажите и все? Ну я не понимаю нахуй, ну что это за хуйня? Ну неужели вы настолько необучаемые нахуй? Ну неужели вы не понимаете этого в механике босса? Ну если вы до конца не поняли, ну спросите нахуй, чтобы мы не вайпались по 10 раз. Если босс остановился прямо в нас, в кресте, что нужно сделать? Отойти. В этот момент я сказал печеньку. Потом вернуться обратно, если лужу он не разлил. Он останавливается, может его танчить, я хрен его знаю. Почему он тогда останавливается, вопрос? Потому что он шип начал кастовать. Поэтому остановился, понимаешь? Значит, надо как-то тайминги подбить. Хрен его знает. Тайминги ты никак не подобьешь.
Че на полумах? Дайте кулак похоже. А че он даю? На исходной стене. Поехали. Мага сбейте. Мага сняли быстрее. Шипа. Блять, Бланш, ну ты, блять, смотри, куда прыгаешь, блять. Вот ты мне сейчас лужу, блять, разлил, вот это вообще не в тему, нахуй. Бланш, почему ты не можешь сразу выпрыгнуть? Ну ладно, у меня портал в печеньке стоит. Ну у тебя же отрыв есть. Ну вихрь закончился, отпрыгни сюда в бок. Почему ты позже, чем я, еще приходишь, если у тебя есть отрыв? Ну блять, ну ебаный в рот, ну это ж пиздец уже какой-то. Я на ноге быстрее дохожу, чем ты с отрывом. Зачем вы, вот я не понимаю, пишите нахуй на РТ, если вам похуй. Если вы не хотите думать головой, нахуй. Вообще ни капли. Чем могу помочь? Ступай с миром. Не знаю. Может, может, да, кстати. Ой, ты когда с печеньки начинаешь стартовать? Ты имеешь в виду обратно к танку идти? Ну, да, к танку. Ну как, секунды три остается. Он там крутится, я убегаю. Ну он первую мили-атаку дает, я уже под красным кружком где-то пробегаю. Он 4 чаржи дает. Типа на четвертом уже можно отходить. Я на четвертом заранее блинкуюсь, и почему-то лужа все равно в рейд. Нет, так, ну, хуй с ним с этой лужей, а что, с нее нереально выйти или что, я просто понять не могу. Я вижу, как рейд падает, четыре человека. Ну, видишь, ну, нереально для некоторых людей выйти, понимаешь? Ну, так, может, на этом сакцентировать внимание, а то, ну, четыре человека. Ну, может, просто быстрее стартануешь, чтобы это рейд? Это как ты на этом сакцентируешь внимание? Как ты научишь, допустим, два человека, которые стоят во фрейме, блядь, выходить с лужи, если они до сих пор на этого не научились? Ну так получается, с этими людьми Джайну не убить, блядь. Ну так получается, может, ну, пораньше выйти, я не знаю. Попробуй ты. Может, это за тебя проблема, что лужи идёт? Ладно, ладно, сейчас вот попробую. Может, ты за меня, я не знаю. За 4. Что, я за этим не смотрел. Вой, дай просто. Уже устал, нахуй. А, все. А что ты? Один пункт.
Хипс мага. Шипс меня сзади, быстрее, шипс меня, быстрее, быстрее, сейчас вихрь будет. Левее, ну. Ну, блядь, лужа кривее пошла. Чуть левее станьте. Минус два нах. Нельзя левее. Бланш в правую сторону сейчас увидишь. Как он умер. Уже побежал, Войт, как только он отойдет от тебя. А, и бланш умер еще. Ну вот, вот эта лужа из-за кого была сейчас? Это потому что я долго выходил, у меня нету портала. У меня портал стоит в печеньке, поэтому здесь стоит. Блять, я не могу нахуй делать нахуй, блять, на вихрь становиться, потому что у меня единственный портал. И то в то место, которое я поставлю. У меня нету скачка, у меня нету отрыва. Я долго выхожу. Сдох бланш и сосед, поэтому лужа пошла в центр. Надеюсь, что доступно объяснил для всех. Что привело тебя сюда? Ну, давайте-ка лужи словили и вихрь добил. Шо бланш, сосед. Не, бланш даже третик словил лужи. Осваиваем дальше. Луба. Ну и схват не станет. А чё ты? Шип сзади. На двух шип быстрее сбейте хоть один, потому что сейчас будет пизда.
Сбежались. Лучше опять прям. Ну она же, блядь. Мне кажется, все должно быть. Сейчас нормально ли. Серый, дай бар по санжуру. Пиздец, лужи пошли, конечно. Ну лужа у вас. Дискон? Не знаю. Нет, не дискон. Нет, нет, нет. Я постараюсь зазвучить, если нас пойдет. Я вас смотрю. Да, у нас все круто. Остановился лужа в нас, да. Чуть назад, а всем похуй. Только что два пула назад говорил, если босс останавливается от нас, отходим назад. Хуем нахуй. Босс остановился в кресте, стоим, дрочим нахуй. Кажется, слишком большое расстояние между метками и что-то в центре стоят танки. Мы там вообще в мини-квадратике на прошлом. Да метки стоят так же, как и стояли тогда. Все то же самое, ничего не поменялось. Точно так же стоят. Проблема в людях. Вот когда, когда Синжура умер, опять лужа была в центр, взад, да? Я не знаю, она не должна вас идти. Я ухожу сразу же, четвертый чарж. Я блинкую сразу в стенку. Ну, если даже пошла, отойдите правее там станете. Потом вернетесь обратно. Там одна лужа, ничего страшного. Никто же этого сделать не могут, не может, все дохнут сразу. После вихря не сбегайте сразу тогда. Смотрите, куда лужа пойдет, если в сторону, идите во фрейм. Если нет, то... Ну вот эта вот хуйня, когда он в вас прям чаржится, да? Вихрь кастует. Это, считай, есть время отбежать, только когда он докастует шип. Он после него же лужу расстеливает. Стелит. Считай, если за полторы секунды не вышел, сколько он там кастует. Все, пиздец. Там, блядь, зона поражения больше, чем, блядь, одна лужа сзади. И в тех случаях падает весь рейд. Я вообще на пломбах. Может, когда-нибудь до людей найдем. А чё отдаю? Шип занят. Вот почему у вас уже идут, если я на внешней стороне круга почти на крови стою? Нет, да. Рандом. Планш, ну, блядь, зачем ты оттуда уходишь? Ну, у тебя ж отрыв есть. Ну, я специально подхожу в эту сторону, чтоб мне места хватило, блядь.
до портала, потом чтоб ренджа была, блядь. Ну, я не знаю, ну ты на зло это делаешь или что? Врает лужа. Вас лужа. Ну не знаю, там можно среагировать. Ну да, там, ну... два тика, среагировал. А, блядь, даже специально два блинка нажал, чтобы быть дальше всех. Это невозможно, нахуй. Хуй его знает, я тоже сейчас нормально отошел. Мне кажется, проблема не в нас. Я начал выходить заранее, прям еще когда там до вихря оставалось секунд 7, я отошел тоже далеко. Проблема была не в книжке. Вон я ко второму фонарю, блять, блинканулся, что меня даже ренджа не доставало. Причем здесь проблема не в Кричкинге. Ты видел, где он стоял? Посмотри на стриме. Я ему показал, где стоять. Он отходил сам и ебеня. Где до него даже не доставал шип. Я ему специально поставил метку. А трусы обозначил, туда не надо идти. Он становился в трусы. Сейчас ДПСа хватает, может просто подожди. И проблема в том, что я ему изначально нормально сказал. Два раза. На третий, четвертый и пятый раз у меня уже сгорело просто. Что он становится сюда, в сторону трусов. И что он в ответ сделал нахуй? Взял, просто ливнул. Зачем такие люди, которые просто нахуй берут и ливают во время РТ? Ну, что будет, если я начну так делать? Вот вы меня заебали, я психанул нахуй. Ну, сказал, идите нахуй, Ро. Это красивый поступок? Ну, вот Андрей не защищает его. В этой ситуации он не прав, а не я. Да что там защищать, я просто не чужу посадить без оружия. Я тебе только что объяснил всю ситуацию. Слышу. Я все слышу, а не хуха. Если я не прав, можете тебе, ну, сказать. Ну что там, резаться будете? Лево просто. Лево. Мы же здесь в Берсоне упираемся, может они подождут там первую лужу после вихря и все. А здесь духой ДПСа не надо уже. Вот. Подождать фонарь, что тебе не хватает, готов. Вижу, ну чё, дым. Поменялось несколько человек, когда этого лохня началось. Мага сбейте. Соседа разбейте быстрее.
Пойду сейчас нахуй заранее. А тоже стенку здесь ставлю. Вроде брейд, меня... Брейд пошла. Блин, я даже там заранее на ноншу купал. Я не знаю. Все равно люди умирают. Сер, Берни, Масю. А, уже поздно. Бэйт, лидер, мечта падайте нахуй. Одна лужа в меня пошла, это 100%, а вторая, да, видимо, в рейд. Это невозможно, я уже стоял далеко. Ну, может, типа, там есть какой-то определенный рейндж, типа, если дальше выходишь, типа, он тебя не видит, а просто. Нет, я в прошлый раз тоже тут стоял и первую лужу по КД ловил. Либо Блэкич ловил, либо я. На первой фазе, ой, до первого вихря я тоже, я, да, блядь, даже за кругом стою. То есть они стоят в круге внутри, я за ним. Может, я буду влево блинковаться, если он влево больше приоритет у него лужи. Так я отошел заранее, там еще, блядь, я уже стал на место, когда еще вихрь не закончился, понимаешь? Твоя лужа в рейд пошла, значит, кто-то на рейнже стоял. Вот невозможно, чтобы она сейчас пошла. Первая пошла в тебя, а вторая в рейд. Ну, я вообще не понимаю, почему она в рейд идет, даже когда я, блядь, все равно дальше аж нахожусь. Первая же в меня пошла. Я ж на шипе не был. Я тоже. То и вторая, по идее, должна в меня пойти. Либо кто-то там вообще стоит у ворот, ну, вот как долбоеб. Либо я не понимаю. У меня есть еще одно предположение. Бланш, ну-ка, пожалуйста, ты это, блядь, стой там во фрейме, блядь, пока лужа не слоится, а потом... А потом нажмешь отрыгу, блин. Похуй там, потеряем твой ДПС, ничего страшного. Потому что ты позже меня идешь. Не знаю, может это ты, блядь, отставал, и по тебе вторая лужа въебала. Есть еще такое предположение, ну. А до этого то же самое было. Дохнул. Нет, первый трай такого не было. Бухаю эти флома в парень. Первый трай все было нормально. Тогда был я и Рислин, а Рислин то что делал. У него была бланш. Первый трай у нас засрались из-за того, что Рислин. Ну, потом последующий трай, что Рислин вылетал. А чё, нам? 3, 2, 1. Угу. Сказал же, что не спамьте, что вы депс пул. Это было не с пула. Я уже 3 тотки повесил. А таунт кончился. Давай, Пэр, чё? Ну вообще меня игнорит, я ебал. Все, уже нахрен. Блять, еще его. Сбейте. Все, соседа, ши быстрее. Блять, я слишком далеко еще пошел, сори. Блять, ты уже меня еще пошли. Лужа, блин. Кресту выставляемся, остановимся. Сейчас после следующего цепка можно будет выбегать. Бланш, ты в кресте оставайся, тут дружок, блядь. Ну, первая меня пошла. И вторая. Нет, я же говорю, блядь, это походу из-за бланша, нахуй. Локи, можете сбросить? Сзади кто-нибудь
Мне кто-то перебил. Иди в меня, нахуй, ярят, блядь. И третья в бланш пошла. Четвертая тоже в бланш. Ни одна меня не кинула сейчас. Супермага забудет. Рандом, рандом такой, что шипы сразу слить. Еще. Крест. Бланш так же повторяешь, нахуй. Не елось, нахуй, сначала. Лужи разольются, потом отрыв максимально далеко нажмешь. От рейда. Сразу. В сторону, только не в центр. Все, я побежал. Ух ты, блядь, меня убило, нахуй. Пропавкайте лока, пожалуйста. Блять, у меня еще портала не пьет. А, сейчас что-нибудь приму. Пока красоте, блять. Во время кастома на ботинок. Нету ботинок, мне это уже мог. Я примерно знаю, что делать. После двух луж как раз дается. У меня будет время взора. Первая, вторая, все отлично, есть время. Блять. Правее, станьте рейд, правее, 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 правее. Она во фрейм, она не во фрейм. Боже. Ох. Ну, сори, мне надо было портал поставить. Он просто по-другому. Сами так. Видят, они не или вайп. На, или вайп был. Ну да. Не, ну я вижу, например. Блин, предупредил. Как встанем, можно скомандовать каким то тем? Как по фрейм вернемся? Да. Так, если не вихрь. Юля, подхили меня сейчас, пожалуйста. Вот. Нормально, в меня... миле полетел в нас. Правее. На батю пошел. Можно же стать между. Там на шипе кто-то остался, в кресте батя. Он до сих пор стоит, нахуй. Батя вроде бы, да? Да. Подорезать? Можем убить еще. У нас нету БР. А, ну что, нету. Ну бьем, ТПС хватит, не парьтесь. Мы еще запас. Архила главное, чтоб хватило. Тотем ставь и гимн нам, либо пизда будет. Я вам сейчас высохнусь. Сейчас все лужи выглядят. На самом деле хорошо. Шип сзади с меня быстрее. Вот стаки прям мат, конечно, он так. Где массатор? Лужа. Лужа правее. Хильте соседа. Массакр. Все, крест вернулись, крест. Еще умерли, блядь. Люди у нас не умеют нахуй лучше отходить. К сожалению. Ну, шансы есть. Меня убило, меня убило. 29 кап прилетело. Все. Шансов нет, но мне еще шип. Там отошли люди уже. Пошла уже по рейду гулять.
Меня на шип взял и 29к уебал критом. Чем? Каким критом? Вихрем? Да, вихрем. В шипе. Последнее уже да. Задоджили. Он меня поднимает на шип. В шипе вихрем он тебя въебал. Он меня берет на шип, накуканивает и просто ебашит мне 29к. Вот так. Ладно, идите покурите 4 минуты, только не больше. Мне надо отойти, блять, у меня тут идти тоже нахуй. Сейчас я отойду. А я, кстати, видел, как он на шипе, ебать, торчал и бам, нахуй. Да это пиздец. Он не хейтит, ебанский босс. Так да, так трахал. Ты колясочник, блядь. Поэтому сразу же почему он колясочник, блядь. Хорош. Пунка хочет на РНЖ постоять просто. Ну, блядь, а чё, фросмаги не колясочники? У них даже блинки есть, им вообще двигаться не надо. Надо, надо. А у тебя чарж есть. А вар кто? Ну, вар, чё? Мускулистый, он не знал, что у него есть чарж. Мускулистый, мужчина. Да? Просто мускулистый. Эльбрима? Мужчина. Вот единственный класс, норма. У кого есть мужской тестостерон. Да, ты да. Охуел. Ты понимаешь, что настоящие варчики, вот мужчины, они, короче, как только шип появляется на рендже, на маге или на шипе, там, сразу они просто чарлятся и ломают ему ебало. Это слабо. Я на чарже... А обратно потом интервей делает, и всё заебись. А у меня, не, у меня интерцепт есть. Интервей не нужен. Там макрос нахуй, слышь, це, блядь. А у тебя два шчаржа, да? Да, в армсе два шчаржа. Да, точно, точно, точно. Из хилов кто-нибудь тут? Не ушел АФК? Из хилов. Есть кто живой? Что надо? Быть здоровым. Короче, этот, может ты тогда, Рид. У меня просьба есть, смотри. Я, получается, когда вихрь заканчивается, заранее бегу. Я первый раз сдох из-за чего? Там, получается, типа две лужи. В одной разлито, и я не видел. Да, вот просто подготовь внимание, там хотя бы стрину зайти, мне этого хватит. Ну, если видишь, у меня ХП просядет. Вот именно в момент, когда перебежки. Просто у меня скачка нихуя нету, а портал в печеньке стоит. Я, ну, перепрыгиваю их. И там, ну, получается, когда уже в одной было, по мне тикнул два раза, я сдох. Там, получается, вихрь тикнул и лужа тикнула. Там две в одной было. Я поэтому сдох. WTF фонарик купил оберег на 1500 абсорба. Какой 1500 там? 4000, дура. Заебал, блядь. Я вношу миллион импакта, чем твой шеем, понял? Идем плейбой, плейбой солнышко идем. Мирае идем. Как вам, кстати, мой чарч в босса нравится? На нитро-ускорителях? Да. Сумонить идем, куда еще? Так я уже лечу этой. Хочешь сделать что-то, сделай это сам. А нахуй просил тогда, долбоёб? Ну, потому что я не знаю, я вот как только должен быть Симон. Нравится мне играть про с магом. Акихира зовите. Зовите Акихира. Акихиру, я Акихиру на офу зову, РПшить. Фори Прайд? О. Вот вы ничего меня присумонил прям. Лучший. Все, соберитесь, сейчас убьем.
Завтра, наверное, все-таки я передвину, закроем целка и две резки сразу. Но сделаем так. Тебе там второй рейд же пойдет, блять. Второй рейд ускорить, чтобы было.